перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Вот, ребят, у меня еще появилось несколько минут. Давайте вкратце добьем, закрепим все, о чем мы сегодня уже пообщались. И я уже окончательно от вас исчезну. Итак, микропортейшн сам пошел нахуй. Так. Итак, материал осень, треки планируются, материал планируется. Так. Жизнь. Тату не знаю, не думал пока. О новых татуировках. Летом что-то ждать от тебя или только осень? Постараюсь за лето тоже что-то выпустить. Там у меня есть несколько совмесок. Они пораньше выйдут. Думаю, чем мой сольный материал. Янг Трэппин никак не отношусь. Выйдет, встречу с ним, пообщаюсь. К Даниле Кашину. Данила Кашин. Не знаком с ним. С его творчеством тоже не знаком. Раньше было лучше на батлах, не планирую. Пока. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Блять, вот это что за говно мне пишет? Хочу посмотреть профиль. К Мияге хорошо отношусь. К Отрексу никак не отношусь. Меня много чего тревожит. Начиная от политической ситуации у нас в стране до каких-то мелких бытовых вопросов. Я вообще люблю близко к сердцу все воспринимать. Не будет песен о любви, пока здесь нет любви. Теперь да, будут песни о любви. Бенгер. Нет, но есть большие песни. Бенгер — это, мне кажется, узкое очень слово, подходящее там определенно. Я в меньшей степени рэпер, мне кажется, чем вы думаете. Спасибо, что следите. Салам. Пох. Угу. Нет у меня ни с кем терок давно уже. У меня все с кем терки были, я со всеми встретился, со всеми порешал. Вы конкретизируете, я скажу, что за расклад.
Блин, ребят, Артур, я тоже вот в себя очень верю почему-то. Что за расклад с Отрексом? С Отрексом просто не общаемся, разные люди мы. Он пошел по своему пути, я пошел по своему пути. Мы все замяли, я в лофте сижу. Я сегодня уже был в эфире, да, одни и те же вопросы, по второму разу. Мой рок-трек «Огонь, спасибо», мне не нравится эта песня. Изжила себя. Арам в Ереване. Вчера улетел. Микропортейшн, съебись отсюда вообще. Чушка ебаная. Нет, я не с богатой семьи, но мой сын будет с богатой семьи. Рибаком не работаю давно. Изгой тоже не нравится. Трек. Есть желание разъебать мир своей музыкой. Со мной связаться можно через почту в профиле. С Рэмдигой не планировал фет. Я за все свои слова отвечаю, слышишь? Съебался, сказал отсюда. В натуре вот подстрекатели ненавижу, блядь, вот таких просто вот. Сидишь ты дома у себя, блядь, дрочишь. Зачем вот я сижу, общаюсь с ребятами, которым нравится моя музыка, которым что-то интересно узнать. Мы с ними так давно не виделись. И ты пришел сюда со своим говном, свое говно толкаешь сюда. Иди нахуй отсюда. Просто съебался отсюда, пидорас. Вот, ребят, если что, я вот ругаюсь, Парейшн зовут человека, и на него ругаюсь, не на всех. С Гнойным общался на слово «фесте» давно еще очень. Какой был год? 14-й был год. Про очки, да, подарили мне эти очки, Ray-Ban'ы обычные. Не знаю, сколько стоят. Думаю, не больше $100. В Красноярск. Ну, во все города, ребят. Когда буду выступать уже... С туром. Уже во все города поеду. Бля, съебись, пожалуйста, отсюда. Я просто не хочу блокировать тебя, но ты меня раздражаешь. Вот не знаю, бывает, вот одна рожа появилась, и она раздражает. Вот твоя рожа меня раздражает вообще. Что главное в девушке? Она у меня... Очень красивая, очень добрая и самая лучшая. Нормально, попроси, съебался, сказал тебе. Чухан, бля, недоделанный. Альбом осенью. Слушай, Марсель, да понятно, что он черт, типа, но все равно, когда перед глазами мелькает, не очень приятно. Девушку не покажу, показывал уже сегодня, я один сижу сейчас. Вот. Видите, хорошо здесь. Чир, привет. Версус не планируется пока. Слушай, мне не надо, чтобы, блядь, в натуре забанил. Немецкий, я взялся за немецкий, так его и не выучил, честно скажу.
Gypsy King, салют. Я про тебя сегодня уже говорил в одной трансляции. Повторюсь. Еще раз слушайте песни Gypsy King. Он этого заслуживает. Это полностью твой лофт или есть какие-то посредники? Нас двое. У меня есть партнер и друг. На концерте как уронили, помню, да. Конечно, помню. Кстати, почему-то сильно не ударился, хотя упал так эпично. Выступление, первое выступление в Самаре 25 мая на несколько треков. Пока больше не было. «Игру престолов». Я смотрел первый сезон, второй сезон и последний сезон. Вот посмотрел все серии, которые вышли. Не жалею, что не посмотрел вот эти остальные сезоны. Моя подписка не продается, братка. Бля, съебись просто, ты меня еще жизни, и Чухан, будешь учить. Давай, чтобы мы тебя тут не видели. Курю лет, наверное, с 14, давно курю. Любимый трек из моих фильтров. Как относишься к Лексу, его бифу с Мишей Маваши? К Лексу. Ну, типа, у меня к Лексу никакого вопроса нет. Я с Лексом встречался. И я думаю, пусть он расскажет, как мы с ним встретились. Я не хочу афишировать это. Но я просто по отношению к Лексу никогда ничего плохого не сделал. То есть он просто сам активизировался у меня в комментариях. Там произошел закус с моим другом. И он начал кипишовать, то есть... Я когда с Лексом, ну, лицом к лицу встретился, я ему задал вопрос. Я тебе по жизни что-нибудь плохого сделал? На что получил ответ? Нет. После этого я задал вопрос, типа, зачем тогда это все? Предательства нет, не простил бы никогда никому. На альбом пока еще ни одного фита не сделал. С Афонией не знаком. Ребят, концерты планирую везде, где организаторы будут меня приглашать. Я человек, который занимается музыкой. И в любое место, куда меня приглашают, что не противоречит моим убеждениям, я готов приезжать, выступать для людей, которым это нужно, для моих слушателей. Покажи лофт, как реагировать на сплетни. Лофт, вот. Такое у меня прекрасное место. Сколько стоит? Билет куда? Билет сколько стоит? В какую страну Евросоюза посоветовал бы переехать учиться? Мне, честно, больше всего нравится в России. Я люблю нашу страну, несмотря на все, но, несмотря на политическую ситуацию, несмотря на экономическую ситуацию. Как относишься к Фараону и к другим малоизвестным исполнителям? Никак не отношусь.
как реагировать на сплетни, когда говорят только плохое. Вот с этим я могу точно посоветовать, потому что если смотреть вообще весь мой творческий путь, то вокруг меня все время были сплетни, которые, ну, не соответствовали действительности. Смотрите, как поэтапно было. Сначала вот появился Басота, сразу начали говорить, что Басота мажорик, что за Басоту все проплатили. Это был первый период. Потом следующий период начался, что Басоте пишут тексты, что Басоте Птаха пишет тексты. Потом следующий этап был, что Басоте на Версус кто-то писал тексты, якобы. И постоянно вот такие разные сплетни, которые люди придумывали, я не знаю, ну, то есть на чем они основывались, но эти сплетни приобретали общественный характер, поэтому я научился этому противостоять еще с детства. Я просто знаю, кто я такой. Мои близкие люди знают, кто я такой, мои слушатели знают, кто я такой. Я на любой вопрос готов всегда честно отвечать, мне скрывать нечего. Доволен ли правительством Путина? Нет. Сколько стоит билет на мой концерт? Не знаю, это от организаторов зависит. Заметил, что BRB у себя в группе скидывает мемы с тобой, с чем связано? Не знаю. Но мне присылают, когда там что-то выкладывают со мной. Вот Big Russian Boss неровно дышит ко мне, постоянно что-то выкладывает. Не знаю, с чем это связано. Может быть, он хочет оживить Басоту в медиаполе. Может быть, он мой секретный агент. Любимый фильм. Мне нравится «Бронкская история» фильм. Мне нравится «Начало» фильм. Мне многие фильмы вообще с Ди Каприо нравятся. Он осторожно подходит, видать, к выбору проектов, за которые браться, потому что большинство его проектов, они мне близки. Со мной нереально фитануть. Ну, фиты ради фитов точно не делаю. Творчество вообще такой очень интимный процесс. Для меня он менее коммерческий, чем все остальное, особенно в период создания. Потому что я в первую очередь хочу, чтобы это был крутой материал. Послушать советую вообще всю джазовую школу советую. Я пью кофе, причем несколько раз в день. Привет. Как ты? Все, ребят, всем пока. Будьте здоровы. Всем привет. Жизнь прекрасна. Скажу две вещи. Первое, это первый сингл осенью будет. И второе, он будет называться «Останься». Я думаю, конец сентября.
Следом сингл «Это может быть больше». И следом релиз. Это все, что я вам хотел сказать. Хорошего дня.